Добрый день. Сегодня, 28 апреля, сохраняется напряженная ситуация по выявлению новой коронавирусной инфекции. К сожалению, мы наблюдаем рост. Темп прироста по сравнению с 15 на 16 неделю увеличился на 64%. Таким образом, за последние сутки выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество также наблюдается в городе Якутске, 52 случая, и еще в 8 районах нашей республики. Максимально в Татинском 10, Мигино-Кангаласке 9, Чурапчинске 7, Кобяйске 4, Нюрбинске 3, Вилюйске, Нюрбинске, Хангаласке по одному случаю. Мы продолжаем проводить тестирование. Всего проведено 2497 исследований за сутки. И с начала пандемии проведено более миллиона исследований. Самой главной задачей остается на сегодняшний день – это вакцинация. У нас работает сегодня 44 медицинских организации, которые занимаются вакцинированием. 244 пункта открыто, в том числе 119 мобильных бригад. И по состоянию на 28 число у нас всего в республику поступило 114 412 доз вакцин. Это как Эпивак Корона, так и Спутник Ви. Получили первую вакцинацию 106 011 человек, в том числе 26 320 это лица старше 60 лет. Вторую вакцинацию, то есть полностью завершили этап вакцинации, 60 449 человек, в том числе лиц пожилого возраста 14 211 человек. Таким образом, использовано на территории нашей республики 93% всей имеющейся вакцины. Мы ожидаем в ближайшее время новые поставки. Все выходные дни мы работаем в обычном штатном режиме. Буквально на всех информационных площадках уже размещены графики работы медицинских организаций. Еще раз акцентирую внимание, что все медицинские организации работают в выходные дни. Значит, участковая служба с 9 до 15 каждый день принимают вызова и обслуживают в поликлинике. Все телефоны горячих линий на сегодняшний день усилены. И медицинских организаций, горячие линии непосредственно Министерства здравоохранения. Созданы и организованы дополнительные медицинские бригады для обслуживания вызовов на дому. Мы акцентируем ваше внимание, что будут предстоять длительные выходные дни. Хотелось бы, чтобы вы все-таки правильно воспринимали это направление. Это все-таки создано для того, чтобы разобщить наше общество. Постарались максимально проводить это время с семьей, малым кругом, без посещения каких-то массовых мероприятий и, возможно, каких-то там общественных центров, либо торговых центров. Хотелось бы сказать, что сегодня мы видим рост заболеваемости среди детей и молодежи, который поднимается. В прошлом году у нас такого акцента не было. Здесь вот как раз происходят изменения сегодня. Поэтому берегите детей, своих близких, родных, пожилых. Будьте здоровы.